В начале выпуска возвращаемся к коммунальной проблеме жителей дома по улице Свободы. Сказано, сделано. Управдом «Кунгурстройзаказчик», как и обещал, сегодня выехал на место, осмотрев проблемный дом. Напомним, это двухэтажный многоквартирный дом по улице Свободы, 117А. Специалисты утверждают, талые воды, идущие с дороги, возвышающиеся перед домом, здесь ни при чем. Причина сырости в двух из трех выгребных ямах, расположенных с торцов дома. Судите сами, с начала года жители потребили почти 54 кубических метра воды, выкачав при этом лишь 4 кубометра жидких отходов. Почти 50 тонн воды утекло под дом. Жителям в этом случае рекомендуют обратить внимание на регулярность вывоза жидких отходов, тем более, что эта услуга для них имеет льготу. Для данного дома существует льгота по вывозу ЖБО. 38 рублей 4 копейки за метр кубический, когда цена обычная по вывозу ЖБУ 125 рублей 66 копеек. Жильцы сами в первую очередь должны делать заявки, чтобы мы их ставили в график по вывозу жидких бытовых отходов. Соответственно, сейчас мы их поставили вне графика, в понедельник вывоз ЖБУ будет осуществлен. Я думаю, что в пятницу на следующей неделе уже будет результат работы. Держите на контроле. В пятницу можете съездить, проверить, будет, нет результата.